Ребятки, доброе утречко. Это новая часть моего влога «Будни барыги». Понедельник, только проснулся. Сейчас мы все вышли на дистанционное обучение, то есть сидим дома. Получается, все у нас пары лекций идут в Zoom. То есть все через интернет. Только проснулся. Сейчас на часах у меня 9 часов 10 минут. Пара начинается у меня в 9:45. И я как бы потихонечку сейчас буду раздупляться, пить кофе. Вот, радует, что с самого утра у нас с вами есть продажи. Сейчас покажу, что забрали. Это просто вау. Итак, перейдем к вещам, которые забрали. Забрали вот такую футболочку от Lacoste в желтом цвете, размере XS. Вот такая рубашечка от Burberry в размере L с клеточкой на горловике и с клеточкой на отворотах. Футболочка Lally Scott, размер ML, также. Вот такая футболочка от Пумы. Также ее забирают. Вот такая футболка от Ральф, полосатая, прекрасная. И вот таким вот лотом забирают вместе. Вот такую серую футболку от Ральф, вот такую футболку от Элис и вот такую футболку от Элис. В общем, сейчас посчитаю и скажу уже точные цифры, сколько же за все вот это отдали. Сейчас вот сижу, пью кофе, только упаковал все посылочки, покажу вам, как это сделать чуть позже. Вот. Самый обычный кофеек, 3 в одном. Только пью Динамикс, как бы, чтобы покрепче немножко раздуплиться. Вы думаете, как у меня таз на голове творится, но ничего. Сейчас я сижу первую пару, потом будет большой перерыв, схожу как раз в душик. Также сегодня у нас в планах поехать на дачу. Там надо будет ну, сделать кое-что, там парочку мелких дел. Потому что в пятницу у меня так и не получилось поехать из-за того, что там некоторые накладки были с транспортом. Вот. Как бы вот так вот. Сейчас у нас получается первая пара будет. Это у нас сельхозхозяйство. Там получается про этих, как они, ну, животных, в общем, как разводят, чем кормят, когда там какой живой прирост, какой неживой прирост, там типа рост, все остальное мы вот проходим. Сейчас у нас крупнорогатый скот. Ну, в принципе, для меня это интересно, потому что я стараюсь быть человеком, который, ну, разносторонне развит, с которым можно будет поговорить обо всем. Вот, сейчас уже времечко как раз натикало, и буду идти на пару. Увидимся с вами уже после пары. Только что закончилась первая пара. Вот, хотел бы вам показать также вещицу, которую мне удалось перекупить вчера. Это вот такую прекрасную футболочку от Элис. Розово-белая, с маленьким логотипом на груди. Не знаю, скажите вот в комментариях, как вы относитесь к таким вещам. Я не говорю про полоски, говорю про розовый цвет на мужчинах. То есть я лично отношусь, ну, типа на пофиг. То есть не если вот этот малиновый цвет везде, то окей, типа носи нежно-розовый и будет прикольно. Но когда ты носишь малиновый, ну это просто атас. Ну что, ребятки, все посылочки упакованы и скоро будут отправляться своим клиентам. Футболочка Lacoste, две футболки Элис и футболочка Ральф, футболка Лали Скотт, футболка от Пумы и футболочка от Ральф. Все это запаковано и уже будет бежать со мной на почту. Утро началось с того, что вот это все купили на 1900 гривен. То есть это очень и очень много. И, ну, я прям очень рад, потому что за день как бы такую кассу иметь, это довольно-таки неплохо. Каждый мой такой вот день с хорошими покупками приближает меня к моей цели, и меня это очень и очень радует. Ребятки, сейчас вот сижу в машине, вот двигаемся на дачу, надо все-таки там помочь. В пятницу все накрылось, и все-таки сегодня я наконец-то еду. Люблю все-таки, наверное, дачу больше, чем люблю. По детству не любил, потому что меня заставляли много чего делать, не сильно такого, как бы, что мне нравилось. А сейчас приезжаешь туда после города, так, ну, прям душой и телом отдыхаешь. Вот, забрал меня сейчас друг Бати, машина просто шикарная, Renault Pajero называется, офигенная, удобная, все. Вот. Все-таки надеюсь, что себе как-нибудь насобираю на машину, но сейчас приоритете квартира, поэтому вот делаем так, вот как есть. Вот. Может, там чутка сдачи подсниму что-нибудь вам интересненького. Кстати, постараюсь избавиться от слова вот, потому что в прошлом влоге сказал очень и очень много раз это слово. Сейчас пытаюсь себя немножко переучить, но не знаю, получится, не получится. Но думаю, что совместными усилиями со мной, с моей девушкой и с вами я постараюсь избавиться от этого, так сказать, слова паразита. Вечер первого дня обещает быть веселым, потому что сейчас бегу на работу, на аниматорскую студию. Наконец-то таки меня позвали, мне получится прийти поработать. Обожаю все-таки эту работу. Прям очень-очень-очень. Вот офис недалеко. Вон он. Такое вот здание высокое, 9 этажей.
Сейчас туда зайдем, переоденусь и покажу, какой у меня сегодня костюмчик. Я даже сам не в курсе, что у нас вообще сегодня. Не сбили. Нормально, да? Че, как обычно. Вот. Опять вот. Ну ничего, сейчас заскочим, переоденусь, покажу вам свой костюмчик. Думаю, вы оцените. Шикардос. Сейчас примерно 10 часов вечера, а если быть точным, то без 15. Иду забирать девушку с работы. На сегодня уже как бы ничего, каких дел нету. И увидимся с вами уже завтра с утра. Доброе утро второго дня. Сейчас вот с девушкой вышли. На часах у нас 7:10. Иду провожать ее на работу. Кстати, гляньте, какую классную ветровку. Вот ее мы нашли в субботу. Классно ей подошла. Ну, теперь оставляю ей. В общем, сегодня у нас первая пара. Начертательная геометрия. Думаю, отсижу пару и буду уже заниматься работой. Увидимся с вами уже дома. Ну что, ребятки, закончились пары, и вы можете меня поздравить с двумя вещами. С тем, что они закончились, и с тем, что я наконец-то отфоткал все вещи с летнего обновления. Больше 300 позиций залетело в профиль, около трети вещей уже продано. Спасибо всем огромное за покупки, за актив, и также сегодня у меня человек из Казахстана купил еще небольшое количество вещей, сейчас вам их покажу. Набрал он вот такую рубашечку от Carhartt в размере M, который идет на S-очку с маленьким лого снизу. Смотрим дальше. Вот такую футболочку от Levi's в размере где-то S-очка. Вот такую футболку от Lally Scott в размере S. Вот такую футболку от Fred Perry в размере S. И вот такую вот футболку от Levi's в размере XS, которая идет примерно на S-очку. И также он забрал еще у меня кофту. Крепляю фотографию вот здесь. Вот такая вот олимпиечка от Alice на лампасиках. В общем, отдаю ему. За все вот эти вот вещи, которые вы только что вот видели, и вот эту вот кофту, он отдал примерно 1800 гривен. Просто отличная касса, и я очень и очень счастлив. И на этом мы, конечно же, не останавливаемся. Забрали вот такие шортики от NF в насыщенно черном цвете с логотипом тут и вот тут вот. И также забрали вот такие шорты от Adidas, классные, спортивные, боксерские, если не ошибаюсь. Вот такое лого тут, в размере L-очка. В общем, две пары шорт ушли за примерно 650 гривен. Сейчас выбежал на почту, шопер, в нем отправочки. Сейчас все отправлю, потом заскочу к девушке, у нее будет как раз большой перерыв в 30 минут, как раз мы сможем с ней как бы там постоять, поговорить, все дела. Вот, также зайду еще сегодня в ателье, там должны для меня перешить шортики из подкладки тренча, должно получиться реально очень круто. Вроде как она сказала, что сегодня все сделает, если нет, то в течение недели сказала, что проскочу. После почты зашел, скупился в магазине, взял вон там лука, ну и вафелек немножко. Сейчас приду, попью кофе. Вот, и думаю, что сегодня уже особо ничего делать не буду. Скорее всего, увидимся с вами уже завтра. Доброе утро третьего дня. Сегодня идем вон с девушкой на почту. Отправляем такую большую посылочку на Казахстан. Приехали, приветик. Приветик. Вот, это очень даже важно, да. Да. Вот, сейчас отправим посылочку. Также еще упакуем шорты, которые были заказаны вчера от НФ. Просто они были ушли, там чутка по шву разошлись. В общем, она сейчас их подстрочит, и мы также отправим их через почту. Только вот эта посылка едет на Укрпочту, а потом шорты от НФ пойдут на новую почту. Сейчас на студию Владоса. Короче, нашел парочку интересных вещей. Тут команда как бы собрала чуть-чуть. Пацаны, приветик. Йоу. Опа. Елки попал, да? Все. Футболка Napa, размер M-очка, такой вышитое лого, интересный принт. Потом что у нас еще? Костик, теннис. Дальше футболка Levi's, S-очка, прикольная. Ну, типа тройное лого. И монограммная тишка, Томик, тоже S-ка. Не знаю, скорее всего, себе оставлю, прикольная такая. Ребятки, всем доброе утро, четверга, проснулся реально очень-очень помятым. Еле-еле общественно встал, но это ничего страшного. Сегодня у нас в планах сходить на почту, забрать посылку. Приехало примерно 6-7 единиц товара. Также сегодня должны передать большую коробку с вещами. Вот. И надо будет все распаковать, там реально будет очень-очень много классных вещей. Также сегодня с утра у нас есть одна продажа, сейчас вам покажу, что забрали. Также еще хотел бы вам сказать о том, что я сейчас купаю вещи и готовлю для вас как бы небольшое обновление, уже следующее по летнему товару, потому что это, которое было на 350 вещей, уже
отфоткана, выставлена в профиль. Кого что интересует, можете переходить, выбирать. Сзади меня, думаю, вы видите вот стеллаж. На нем висят разные футболки, то, что уже выставлено. И сейчас вам покажу то, что еще не выставлено. Вот, но сначала перейдем к продажам. А утречка у нас началось с продажи вот таких вот шорт-капа с лампасами в размере L. Ушли за 320 гривен. Офигеннейшие шорты из самых-самых свежих коллекций. Сейчас выбежал из дома на почту. Приехала моя посылка, которую я заказывал у человека на 5 интересных вещей. Распаковку с ней вы увидите у меня на канале. Так что, кто не видел, оставляю подсказочку, смотрите. Сейчас бегу с почты, вообще капец как неудобно, несу тут вот всю фигню. Очень-очень-очень тяжелые коробки. Вот, прибегу домой, покажу вам товар уже в распаковке, так что следите за роликами. Вот. Опять же, подсказочка уже была, кто пропустил подсказочку, отлистайте чутка назад, видос должен получиться офигенным, потому что тут товар просто, ну, я не знаю какого качества, ну просто вау. Там реально приехало, наверное, около 20 позиций одежды. Так что смотри. Ребята, всем доброе утро, пятница. Сегодня у нас в планах снять распаковку посылок. Также сегодня будем паковать вещи для скупщика. Там немножко он подзабрал вещей. Вот. Также сейчас вам покажу посылки, которые приехали мне вчера. Вы только посмотрите, вот такая коробка, вот такая коробка. И вон там вот еще одна коробка тоже. Это все товар, примерно 8-10 килограмм тут точно есть. Сегодня это все распакую на видос. Вот. Надеюсь, что тут есть какие-то интересные вещи для скупщика. Также положим ему посылку и, скорее всего, отправим уже завтра. Итак, скупщику отлетает вот такое поло Томми. Вот такое поло от Lacoste в крокодиловом цвете. Также забрал вот такую вот стандартную темно-синюю тишку от Ralph и вот такую интересную футболку от Calvin Klein с большим вот таким вот лого спереди. В общем, снял я распаковочку на все вот эту вот огромную гору вещей. Сейчас постараюсь это все повыкладывать в красивое обновление для вас. Вот, посмотрим, что из этого получится. По итогу 10-минутных усилий мне удалось выложить вот такое красивейшее обновление. Монограммные футболочки, вот такие разные сумочки от Eastpak. Футболки на папире, ТНФ, Лакосты, Элисы, Кинзо. В общем, ну, по-моему, получилось шикарно. Так, пока гребся, короче, с обновлением. Забрали вот такое поло от Лакост в размере XL с этой обновы. И также футболочка от Кинзо упакована. Все, короче, уезжает эти две вещи к скупщику. И там еще для него парочку вещей уже было отложено. Ребятки, только что проснулся, поспал так сладенько. Вообще просто прекрасно просыпаюсь. Приходит уведомление, беру. Думаю, что ты берешь? Смотрю, оп. Сумку забрали, этот пак за 400 гривен, с той обновы, которую дропнул сегодня. Прошло буквально пару часов, пока я дрых, и забрали, хотя писали миллионы просто людей, наверное, за вот эти вот бананки. Я так думаю, что уже ничего такого не будет происходить, поэтому время подводить итоги. Почти 8:30 на моих часах. Вот, за эту неделю нам удалось продать товара на 5600 гривен. Естественно, что часть этой суммы я уже вложил, то есть заказал еще товара, часть уже отложена. Вот, поэтому вы не думайте, что там какие-то супер-пупер миллионы легко косятся. Нет, это реально очень тяжелый труд, и чтобы что-то заработать, надо все время вкладывать, и ни в коем случае нельзя останавливаться. Потому что товар, он не бесконечный, ты его должен постоянно брать. В общем, набрал товара, набрал как бы того, что будет интересно моим покупателям, упаковал посылки для скупщика. И по итогу мы чистыми заработали, наверное, то, что уйдет именно на доллары, около 3000. Вот, в принципе, это все. Всем спасибо огромное за просмотр данного видеоролика. Не забывайте прожимать лайк, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить мои дальнейшие выпуски. До новых встреч, пока!